Перед нами виноград американской селекции под названием Кишмиш Аватар. Ягода имеет черный цвет, пальчиковидной формой, длиной до 5 сантиметров. Имеет характерные такие вмятинки. Это у него сортовая особенность. Этот виноград является кишмишом первого класса бессемянности. Это значит, что отсутствует косточка в ягоде и даже как бы нет никаких рудиментов. Эта прививка сделана в этом году, 1 июня. Сейчас мы срежем эту гроздь и произведем кое-какие измерения. Сейчас мы посмотрим ягоду в разрезе и рулеткой, соответственно, померяем. Наиболее крупные ягоды имеют размер. Сейчас возьмем рулетку, померим. То есть более 5 сантиметров. Вот крупные ягоды. Так, сейчас мы разрежем ягоду и посмотрим, что у нас там внутри. Так, ягода плотная и, как видим, совершенно отсутствует косточка. И напоминаю, длиной до 5 сантиметров. Это кишмиш первого класса бессемянности. Сейчас мы продегустрируем ягоду на вкус.